Привет! Вы на канале Роллер Маша. Сегодня мы с вами будем делать десерт с помощью поп-ита. Для этого нам понадобится йогурты, клубничный и персиковый, смузи, клубника и банан, кокос и манго. И, само собой, поп-иты. Это будут наши формочки, в которые мы будем все это заливать. Нам понадобится пиала. Дальше мы начинаем аккуратно заливать это все в формочки. Я заливать буду в бабочку. А дальше, ребята, заливаем смузи. Заливаем аккуратно. А дальше аккуратно все это растягиваем по формочке. Готово! У меня еще остался йогурт. Попробуем так. О, получилось! А теперь смузи. Клубнично-банановый. Теперь точно так же растянем ложечкой. Аккуратно, чтобы было красиво. А теперь отправляем это все в холодильник. Что у нас получилось?
или украшение. Очень вкусно. Но кушайте по чуть-чуть. На сегодня все. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!